Десятки продавцов и сотни покупателей собрала ярмарка выходного дня на площади Революции. 14 марта сюда пришли волокжане, чтобы приобрести самые разные виды товаров по доступным ценам. Особой популярностью пользовался картофель, впервые представленный на торговых рядах. Качество продукции оценила Екатерина Олейникова. Что это просто такие? Птичка, да? Ну, так разные они, да, такие? Да. Ну, граммов посмотрю, 200 около. Надежда Ильинична – постоянный посетитель ярмарки. Каждые выходные она приходит на площадь Революции, чтобы приобрести необходимые товары. Очень любит сладкое, поэтому первая остановка у кондитерского павильона. Покупаю конфетки, легкие для угощения и друзей, и приятелей, и незнакомых всех. Кто понравится, того угощу. Кроме конфет, на ярмарке выходного дня волокжане могли приобрести множество товаров. Ассортимент постоянно расширяется. На ярмарке выходного дня представлены более 35 производителей, которые приехали из Сокола, Грязовца, Вожиги, Семенкова и многих других уголков нашей большой Вологодской области. Сегодня волокжане могут купить и рыбу, и мясо по доступным ценам, а также продукты пчеловодства, полюбившиеся уже варенье. В этот день торговые ряды посетили более 5000 человек, которые потратили более 1 000 000 рублей. Средний чек составил около 300 рублей. Самыми популярными товарами стали мясо, колбасные и кондитерские изделия и новинка этой недели – свежий картофель с вологодских полей. Не рассчитывая на ажиотаж, продавцы привезли всего 2 тонны овощей и больше половины продали уже за первый час работы. Приехали с колхоза Погорелого, вот, продаем. Покупают хорошо. Люди подходят, как бы видят разницу-то. В магазинах я не знаю, какая цена, но у нас низкая цена. Низкие цены и высокое качество – отличительная черта всех ярмарок выходного дня. Регулярные акции, скидки по карте «Забота» – все это привлекает с каждым разом все больше покупателей. Оценили удобство и выгоды ярмарок и поставщики. Волокжане уже могут, как сказать, увидеть такой широкий ассортимент товара, то есть в одном месте, да, вот в частности на площади, а не ездить там где-то. Но у нас вот своего магазина нету, то для нас это очень хорошо, когда такие устраивают ярмарки, мы можем выехать и показать свой товар. Следующая ярмарка выходного дня пройдет в Вологде 28 марта. С 10 до 16 часов приобрести свежие продукты местных производителей волокжане и гости города смогут на площади Революции. Екатерина Олейникова, Михаил Прищев, Вологда Портал.